забыть, естественное желание. Начать наконец-то радоваться, что смогли прогнать врага. Заставили бежать, разгромили, дойдя до Берлина. Но правда состоит в том, что победа ковалась не только в Сталинграде и под Курском. Смоленск забыть невозможно. Потому так пронзительны человеческие свидетельства, дневники, воспоминания, стихи и даже песни, посвященные тому событию. Он издавна был городом-щитом и ключом от Москвы. Но главное, Смоленск был трамплином для захватчиков в центр Москвы к ее сердцу, для русских на запад. Главный удар в 1941 году немецкое командование наносило на московском направлении. Именно на Смоленской земле летом и осенью серьезно и фатально забуксовал немецкий блицкриг. План молниеносной войны с захватом Москвы до наступления холодов. Несмотря на численное превосходство немецкой армии и недостаток сил у советских солдат, СССР все же удалось, хоть и ценой значительных потерь, отвоевать Смоленск и сорвать дальнейшие планы немецкого командования. Благодаря победе под Смоленском советское командование еще смогло выиграть много времени для того, чтобы более тщательно подготовить Москву к обороне, которая была всего лишь вопросом времени.